Всем привет, дорогие друзья. Никита, поздоровайся. СМС, друзья. Чего? Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, сегодня мы будем открывать кейсы на ksgohappy.ru. Так, и будем мы открывать первый кейс. У нас будет бесплатный, так как мы пополнили счет, и нам теперь можно открывать бесплатный кейс. А еще когда при пополнении счета вроде бы от 150 рублей, вам выдают гарантированный приз. Поэтому супер акция вот такая. Не мы пополнили, а ты. Да. Ну чё, Никитос? Что? Просто, смотри, читай молитву, подожди. Выпадает тебе тег. Проверяй. Выпадает мне, короче, смотри. Вот такой вот скар будет. Так. А я вам напоминаю, это бесплатный кейс, и мне выпадет с него Dragon Lord. Вот. Поехали. На превьюшку сделай. Открываем кейс. И мне выпадает с него... Эй, тэк! Бля, нова. Мама. Нова. Дробовик. 2.26. 2.28 было бы. 2.28 просто. Мы его, блин, ну я почти угадал. Вот. И давайте начнем с малого. То бишь с армейского оружия, так как мне надо открыть еще два раза кейс. И третий будет у меня бесплатно. Каждый шестой кейс здесь бесплатно. А, ну давай два кейса, давай? Это может быть, да? Наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, давай погадаем, а чё нет? Ну, гадалка-то нагадал. Давай, чё? Чё будет чё там, у нас? Что там? Чё будет? А, одна синева. Авик будет у нас. USP. USP. Не знаю, что такое USP, но и будет USP. Сетка, смотри. Пью сок за смотри, это. Смотри. USP, доверяй. Мать. Едет. Лол. Угу. Бизон. Куда едет там, блядь? Бизон. В Магадан. 11 рублей. Хороший сайт, да, ребят? Давайте ставим. Открываем второй раз его. И третий будет у нас бесплатный. USP. Погнали. Это армейский, не. Ставлю все на zero. Все нормально. USP, смотри. Я говорю USP. О, муха. Муха. Муха-цкатуха. А в смысле, там же тег был у него, нет? Нет. По бесплатно. А, еще третий, да. Да. Ты чё? Бесплат, видите, и этот кейс бесплатный. Давайте, ребят, откроем. USP, это равно. На этот сайт я оставлю под видео. Нам не платили, да, Андрюх? Да. Нам не платили просто. Нас ссылочку я оставлю. Мы просто бомжи, и мы, то есть... Да. Африканский... Лол, опять бизон. Угу. Ладно, пусть будет бизон. Ничего страшного, да? Ничего страшного, мы пока их оставим. Где банк? Где банк? Вот банк. Мне надо его открыть еще один раз. Бэнг, бэнг, бэнг. Стой, давай, ой, погадальщик. Давай. Глок. Говори. Я думаю, выпадет вот это. Ну да, конечно, Франк, вчера. Смотри. Ква-ква-ква-ква. Просто упали. Продай. 2 рубля. Хорошо сыграно. Давай, этот кейс бесплатный. Открываем его. А, халявный? Халявно. Выпадает по 250 франков. Нет, негив. На изи. Негив. Калаш. Давай, калаш! Калаш! Нет! Сука! Ну почему не калаш? Вот так, понял, блядь. Продай. Это... Гейб. Черкарский. Это гейб. Так, ну а чего? А чё тут ещё? Давай. Можно? Обновляем сайт, смотри. Все нормально, у нас все обновилось. Ну чё, вот этот вот открываем. Да, кстати, 200 рублей. Давай, подожди, давай посмотри, что там есть, кстати. Подожди, давай, ну, дай я посмотрю, потому что я не шарю, Андрюх, подожди. Вот, тут, слушай, ну... Ну, хотя я не шарю вообще. Ага, все фиолетово, да, то есть тут? Вот он калаш, что-то хочу. Давай. Все фиолетово, да? CS GO Happy, пожалуйста. Дайте мне этот калаш, вот будет классно. Знаешь, что тебе дадут? Пинка, это я знаю. Потом, говорит, так под понят, жоп. И еще раз дадут. Ну чего? Начнем? Не знаю, я ставлю на Фома, ставлю и все. Я ставлю на АВП. Погнали. Цыгане мне вчера нагадали на АВП. И так, рулетка катится, рулетка едет. Давай. АВП? Нет. А вот, да ладно, тут ты серьезно. Просто. 110. О, 110, о, нет, ну блин, ну почти, купил. почти. Кстати, ну вот это прикольно, 5 cent. Все, лобби бэк, это не судьба. Нет, тоже недоступно. Почему? Давай М-ку. М-ку, ну ты в ней с ней играешь, почему нет? Блин, ну, хорошо бы, если бы красная катя была, прикольненькая такая. Да, Азимов. Угу, завтра. Открываем кейс. Смотрим, вот. Что есть. Надо плюс 30 сделать, если же для прикола. Выпадет какая-нибудь вот такая вот. Синяя баланда. Радиоактивная. Лоль. Да ладно, ну ты серьезно. Ты гонишь, просто... чувак, 6 рублей. Блять, вы меня серьезно, нахуй... что меня... ли? У меня проезд больше стоит, чем она, понимаешь? Давай еще раз засекреченный. Не?
Как думаешь? Нет, давай другое, что-нибудь такое. Давай вот это Новое. вот Давай вот. запрещенное. Ну говно, 80 Давай рублей сеть. запрещенное. Да, ой, USP какой прикольный. Поехали. Давай, 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 давай. Еще три раза. Еще три раза. Че тут Вот можно? такой. Тут Вот не такой. особо Такой, такой, такое. такой, такой, такой. И что там нам падает? Что это? Бля, у меня отвечает 23 рубля. 23. Ну, бля, ну тут такое. Да. Ну давай его. Давай. Подкрутку сделай плюс 30. Вот реально, просто поверь мне, отвечаю. Просто поверь мне. Ты думаешь? Я знаю, доверяй. Но Плюс проверяй. 30? Да, 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 проверь. Давай. Давай. Нож, нож, давай нож. Давай нож, пацаны. Цыганский арбалет, давай. Плюс 30, да, ты поставил? Да. Я поставил плюс 30 и... Давай, мама. Да ладно, нет. Ну ты гонишь, чувак. Ты серьезно? Хороший 39 совет, рублей, да? Боже, Варфейс. Так, мы продолжаем, короче. Так, мы решили открыть обычный кейс. Какой-нибудь. Давай такое попробуем, не? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай конечно, чего нет. Все? Деньги-то твои, ставим не на мои. Калашников, я так думаю, да? И понеслась. Душа в рай. Алло. Алло. Понеслась. Я надеюсь, админы мне зачтут мой. Лол, одни дробаши, смотри. Я тебе говорю, офигительно просто. 2 рубля, да? Ага, 23. Продавай сразу. Продаем. Давай вот это. Давай. Открываем запрещенное. Пробуем. Вот этот хочу. Блять, я прям мечтаю о нем. Угу. Завтра прям приходи. Мечтаю, пацаны. Админ, я прям о нем мечтаю. Ну вы, надеюсь, меня услышали меня, да? Да. Завтра приходите за ним, пожалуйста. А, Бизон, чувак. Торговый центр. Еще раз его давай открываем, потом будет. О, 40 кетка, нахуй, продавай. Потом будет бесплатный, потом будет. Золотые купола. Не, давай на другой что-нибудь перелистни. Блять, он не перелистывает сама. Только назад. Ну и хватит. Давай тогда. Вперед на месяц. Один идти. Раз, да, один раз можно открыть. Один раз потом будет халявный. Сада. Потом будет бесплатный. Ну как? Бесплатный. Почти бесплатный. Допустим. Опять он улетел у меня. Да что ты, ну что ты, серьезно, что ли? Короче, сегодня не мой день, ребят. По-любому. Я вас уверяю. Твой день. Ква-ква-ква здесь там. Давай. USP. Давай. Все, Сайрекс. Погнали. Ну. 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 Загнул. Дигл, вот куда-то он падает туда, а куда он улетает, я не понимаю. Так, прикольно выглядит. Мало. Такой же есть. Продать. Так. Нави или Virtus.pro? Да, Virtus.pro. А, не, Нави, давай там что-то больше отзывов на нем. Нави? Ну давай Нави откроем. Давайте откроем Нави последний, так сказать. Последний? Когда плюс 30 делать? Или плюс 20? Да это не у толку. Нету. А чё, блядь? Ой, я там... Не, ну я понимаю, конечно, это Варфейс. Давайте нож, ребят. Давайте нож. Я все, я успокоюсь и уйду. Ну да. Андрюш, хрен тебе. Завтра. Завтра. 15 рублей. Нормально. Зато гэнгстер, слышишь, ты гэнгстер. Зато гэнгстер, зато гэнгстер. Ширп, да, ширп, ширп, ширп. Да не, ну нафиг, давай я английский, слышь. Давай, давай, вдруг давай. Вдруг мы давай. Здесь окупимся, и я буду счастлив. Ну да, прям окупимся. Я буду счастлив, смотри. Мы ни с одного кейса еще не выкупились, понимаешь? Ни с одного кейса не окупились, ребят. Скар? Это говно. 6 рублей. Сука. Сука, сука. А здесь был уже за 12. Банк, 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 банк. Погнали. Сразу. Все. На изи. Банк последний и... Не ГГ. Драгон Лорд, давай. Ну просто иди в банк, вот отвечаю. Закидывай еще денег. Твою мать. Ну серьезно, ребят. Бля. Все. Короче, вот такой вот у нас получился сегодня открытие кейсов. Надеюсь, вам понравится. И поставите лайк, чтобы я не расстраивался. Подписывайтесь на мой канал. Всем дай бог здоровья. Всем дай бог здоровья. Открывайте на CSGO Happy. Пока-пока. Да.